Моментальный выигрыш. Я купил лотерейных билетов на 620 рублей. Ого! Там миллион как раз. Друзья, всем привет! И это видео я хотел записать еще давно, когда мы снимали автоматы в городе Рощино. Я сейчас поеду в Почту России, накуплю себе здесь рощинских лотерейных билетов моментальных, а мы с вами сотрем их и посмотрим, какой кэш я смогу с этого срубить. Может быть, окуплю, может быть, приумножу свой выигрыш, но, скорее всего, просто-напросто его проиграю. Есть улицы центральные, есть улицы Шалавина. С витринами зеркальными, с гирляндами огней. Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою. Здравствуйте, подскажите, у вас лотерейные билетики в продаже имеются? Моментальный выигрыш. А моментально не знаете, где тут продаются? На не на почте, но... До свидания. Как будто в детство меня. И как вы поняли, попытки купить лотерейные билеты там не обвенчались успехом, потому что моментальных, к сожалению, вообще я не смог нигде найти. Я купил лотерейных билетов на 620 рублей. Здесь большая часть из них вот такого оранжевого цвета за 30 рублей. Каждый из них мы сейчас сотрем. Вот они, 30 рублей. Ну и еще большая часть также за 20 рублей. То есть чуть дешевле вот формата боулинга. Они моментальные. И самая дорогая, напоследок мы откроем, стоит 100 рублей. В общем, попробуем 620 рублей как-то отбить. Будем по очереди сейчас стирать каждый билет, начиная с самых дешевых за 20 рублей. Поехали! Итак, в билетах за 20 рублей. Самый возможный номинал выигрыша здесь, конечно же, 20 рублей. То есть просто отбить эту цену, потом 40, 80. И всего лишь один билетик, может быть, он среди наших находится, хотя я в это слабо верю, это 400 тысяч рублей. Нам хотя бы 20 тысяч хватит. Да ладно, нам хотя бы 200 рублей хватило бы. Окей, поехали. Без выигрыша. Приятно. Без выигрыша. Без выигрыша. О, 40 рублей. Без выигрыша. 40 рублей. Эгегей. 20 рублей. Отбилась цена билета. 20 рублей. Отбилась цена билета. 80 рублей. 80 рублей. Поперл, ребят, 80. Прям в несколько раз окупилось. Без выигрыша. И последний билетик стираем за 20 рублей. Без выигрыша. Дальше у нас идут билеты номиналом в 30 рублей. Посмотрим, сколько. Что здесь можно выиграть? Здесь максимальный выигрыш 1 миллион рублей, и он всего лишь единственный один. 100 тысяч рублей, 10 штук, ну и так далее. Собственно, 30 рублей минимальный выигрыш. О, 100 рублей. 150 рублей. Ого, это прям сегодня какое-то везение пошло. 30 рублей, я купили билет. Без выигрыша. 100 рублей. О, вот эти прям хорошие, желтенькие, знаете. Прям на 10 рублей переплата, но зато сколько соточек нам тут попалось. 30 рублей. Окупил себе билет. Без выигрыша. Приятно это осознавать. И последний желтый билет. Надеюсь, что там миллион как раз-таки заветный. Давайте прям поставьте видео на паузу, напишите, как вы думаете, сколько денег в этом билете сейчас я выиграю. Только прям реально поставьте. Не нужно там врать. Вот прям поставьте, напишите. Проверим вашу интуицию. А здесь, ребята, без выигрыша. Открываем наш последний сегодняшний билет, который стоит 100 рублей. Три одинаковых вот таких. 100 рублей, 200 тысяч, 50 тысяч, 500 и 5 миллионов рублей. То есть нужно по этим сравнивать логотипам. Давайте стирать. Смотреть. Сюда стирать? Какая-то хрень. Дарите защитный слой. Может, мне что-то не додали? Я не понимаю. Вот же, на перчатках. Какой я дебил, я тут что-то стер. По-моему, мне без с этой штукой выигрыш не отдадут, наверное, уже. Так, и что? Короче, выпало у нас, значит, кубок и перчатка. Ничего не выиграли. Серьезно? Мы просто просрали 100 рублей в этом случае. Здесь ничего не получилось. Но есть еще шанс, как бы вот, слово «рекорд» нужно составить из билетов. Нам буква «Е» попалась. То есть нужно еще собрать кучу букв, получить 10 тысяч рублей. Сейчас подсчитаем и посмотрим, сколько всего денег мы, получается, с этой лотереи, с этих 620 рублей выигрываем. Результаты оказались такими. Потратил я 620 рублей на приобретение вот такой пачечки небольшой билетов. Выиграл 610 рублей. То есть 10 рублей я, получается, потерял. Ну, можно сказать, там, погрешности и все остальное.
я ушел в ноль. Но если бы я не купил, конечно, с дури, потому что мне вот бабушка, там, продавщица говорит, купите вот такие, вот 100 рублей стоят. Я говорю, давайте один, потому что я вот не верю в дорогие вот эти лотерейные билетики, потому что маленький шанс выигрыша. Я бы был немножко в плюсе хотя бы, если бы не покупал вот эту штуку. Но, как говорится, если бы, абы, кабы, кабы, дабы. И, в общем-то, это все на сегодня. Если вам видео было интересно, ставьте лайк, пишите в комментариях, участвуете ли вы в каких-то таких моментальных лотереях, можно ли в них выиграть и выигрывали ли вы какие-то крупные суммы, а не как мы вот так вот по копеечкам, по копеечкам. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой инстаграм, скоро много новых роликов, штука предшкольника, остальные выпуски уже в монтаже, поэтому ждите, сентябрь будет жарким, интересным и хорошим, пока.